Ребят, уже разговаривали за кадром, тут и менты были, и вся хуйня. Вот сидит наш гражданин. Гражданин хороший, блядь. Приехали подписчики Онинах. Привезли вот опять шматье. Вот, опять сидит обдудольный. Вот я с ним конкретно сейчас разговариваю, сейчас вот на камеру. Сейчас попьет водички. Когда человек воду пьет, его даже змея не трогает. Космос. Еще раз возвращаемся к этой теме. Я завтра приношу пакет с вещами. Я не могу с тобой здесь, потому что я сейчас работаю. Я знаю. Куда ты завтра идешь сам? В баню. В баню. Все. Тебя слышит 6500 человек. Чтобы вот это вот менты тебя не гоняли. Опять все, за 3-4 дня угвоздюкался, как этот. Ты не мне лично, ты себе лично. Подожди. Подписчики, вы извините, пожалуйста. Я перед ним, ну, грубо говоря, склоняю голову. И если я ему сказал, я имею в виду маэстро, я разорвусь. Меня завтра пускай КамАЗ порвет нахуй. Но я буду там. Все, ребята, вот он сказал, завтра смотрим. Пакет с вещами с меня. Эти я не буду выкидывать, мне не западло. Я закину в машинку, постираю вещи. Потому что каждый день переодевать это... очень дорого. Так, вот он пакет еще привез подписчик с вещами. Не новые, но хорошие. Кому-нибудь будем раздавать. Домой отнесу. Уже скоро складское помещение надо будет. А? Покушать? Вот у тебя беляш лежит. Ты один съел, еще один лежит. Виноват, дурак, исправлюсь. Все, пойду к этим архаровцам и на работу. Я уже опаздываю, блядь, на 1.5 часа. Вот такой сегодня день, ребята. Солнце, ветер, правда. Давай меня, чтобы помогут меня хватить. Завелся вокзал. Вот подписчики. Вот. Опять бухает. Не, я уже завязал, это просто. Вот Серега Крымский. Это или банат. Серега Крымский, вот к тебе обращение. Вот вчера он хотел его отправить к тебе, не нашел я его утром. Видишь, я вижу, как на вокзале был, брат. Да, сегодня я это с тобой договорюсь и завтра отправлю. Вот он наш этот, чеснокодавка наша, брат, сидит нахуй. Таксист. Честный пацан. Да. Что расскажешь? Вещи решил забрать. Ну а куда? Валяться они здесь будут. Да, проебет. Ну ты же только принес. Проебет, конечно. Я домой отнесу, блядь, буду там, посмотрю, что кому и... Да он отказался вчера, я его не смог заставить. Чего вчера отказался? Ну, сначала скорая приехала. Потом социалка приехал, говорит, давай мы его отвезем, искупаем, вещи дадим и привезем обратно. И хорош, кто-то тебе привезет обратно, хоть раз нет, кого-то привозил. Привозили меня, привозили. Влюблено, когда возьми. Вот опять их подогрели. Вот. Ёпта мать, литр. И гуся еще не хватает. А я улетел. Ты что думаешь над своей головой? Я же не 1 апреля. Народный артист. С Погорелого театра. Я... Амбыч, ты втащил? А? Ты втащил? Да. В общем, а потом 5-го в Лёхе день рождения. 5-го. Ты про 1-го не забывай. Что 1-го у вас? Паспорт получать. Паспорт получать. Хорошо помнишь. А, я его и жду. Это 1-го. А, с Ингушетии. Сань. Чего с Ингушетии? Приехал парень.
вчера. Да, вот вчера. Говорит, елки-палки. Здоровый, бородатый. Привет, это. Нет? А я чуть-чуть хочу отпустить. С Ингушетии парень приезжал, здоровый такой, с бородой. Нет? Нет. Он сейчас здесь живет, в Москве. Как-то. Вчера подписчик какой-то хотел приехать, но он говорит, к 10 встречаемся, и не позвонил мне, не знаю. Да нет, в Ингушетии все равно по физкульт привет вот меня там ждут, оказывается. Это у нас наш подписчик, рефрижератор. Рефрижератор Рев. Он же холодильник. Он же. Сань, да. Благодарю за станок. Ну вот, слава богу. А ты свой станок куда дел? Так, ну, он на один раз. И на один раз тебе хватает? Да. Там можно тормоза отломить там и дальше бриться. Нет, я не могу таким, я режусь. Режусь. Похмелиться надо, прежде чем бриться, чтобы глотку себе не порезать. Нормально бриться. Бля, ты народ такие вещи говоришь. Ну а что они как чуханы? Ну я жил, блядь, здесь, я не ходил такой, ну. Ну понятно, я космос. Как ты вечером подойдешь к человеку, блядь, попросишь денег у него? Он тебя испугается нахуй. Ты, тебя только это, детишек пугать, блядь, ночью. А вот наоборот как раз. Детишкам я нравлюсь. На Бабу-Ягу, блядь, похож на. Да. Так это же хорошо. Все на Бабу-Ягу похож. Ну кто Баба-Яга? По сказке вредная, злодейка. Кощей Бессмертный злодей. Да. А на самом деле все наоборот. Кощей Бессмертный. Так, что я кому обещал? Маньке? А где Манька у нас? Ну, телефон ты обещал. Телефон я обещал? Вчера она была. Ну, я его купил, он вот дом я лежит. Я знаю. Ну, а где она есть? Ты меня спрашиваешь? Утро было вчера. Я? Да. Я вчера говорю, я видел, Сашка приезжал. Я говорю, Саня, синий. Блин, с этим телефоном замучился. Санек Синя вчера покушать, что не стали есть? Как не стали? Привозил. Один космос поел. Кто, на Каляске? Ну. А, ели. Как? Ели? Поел. На двоих там. О, да. Там просто было, а потом пакет. Мы с ним в больнице лежали. А вы себя? Нет. Вот, и у тебя телефон есть. Что, денег нет на связи? Сейчас. Для начала. Я тебе сейчас дам симку, она мне принадлежит, на меня оформлена. Там 300 рубасов на ней лежит. Я не могу вставлять. А? Вставлять не могу. Ну я сейчас вставлю на тебя. Сейчас я тебе вставлю. Гармонта, ты не знаешь. Симка не надо. Он же без шутки не может. Симка не надо. Не надо уже симка, да? Не надо. Все, я тебе не к другу. Гад он, падла и еблан. Я шучу тоже хочу. Вот сейчас солнышко, да? Вот почему, ребят, уважаемые подписчики, вот почему он сидит на фоне черного, понимаете, а, кстати, да? Там тепло, блин. Кстати, твой друг подарил вот это. Мой друг какой? Ну, Саша, Алёха. Саша. Алёха? От тебя. Ну. А Губа подарил мне его. Ага. Зарядка. А что за друг-то? Что за друг? Лёха, блядь, какой Лёха? Десантник. Какой Лёха? А, ну. Он не десантник, он спецназовец. Ну, а какие войска там, это уже... В этом разведывал. Да. Он мне предупредил, больше перечислять не будет. Ну а что тебе толку перечислять? Он раз приехал, два, десять, блин. Сколько сказал, можно? Вот он так и сказал. Я лучше сам приеду тебе, дам вот так. Больше. Ну, Дилан, вот посмотри, я... сколько людей приезжают, подписчиков, кто поесть, кто одежду, кто у денег. Будет кто... паспорт. Вот будет паспорт. Я хоть себе смогу оформить. Да у меня не было нихуя ни паспорта, ни денег, блядь. Я так не ходил нихуя. У тебя вон весь в побелке, в хуелке. Ты не можешь. В 8 часов утра открывается холодный туалет. Там горячая вода, мыло. Неужели нельзя сходить, рожу умыть, руки и отряхнуться? Каждое утро мы встречались возле холодного туалета, похмелялись там и мылись. Если бы ты не сказал бы, я бы и не заметил. Не заметил. Ты даже своего носа, даже своей губы нихуя не видишь. Почему? Я смотрел сегодня в зеркало. В зеркало я смотрел. Ладно, орать на вас, спорить с вами бесполезно. Сейчас вот они еще, ребят, психуют грамм по 150, и я отсюда буду бежать, нахуй. Ты
А Машке что сказал? Машке скажи, у меня ботинки для нее есть, телефон есть. Нет, я уже сказал насчет телефона, я сказал. Нет, телефон, да. Ну. Она была вчера. Ну. Ну ты же сам. Бомжику ботинки я нашел. Она... Майку ему нашел, нахуй. Вчера одного привели, помнишь? В одном ботинке. Слара. Средненькие. С электрички сняли. В одном ботинке. А, ну это левые. Ну. Это естественно. Ну что, ты отработал его, нет? В смысле? В прямом. Да его мусора притащили. Ну, мусора они все приводят к нам их эти все. А зачем он нам там? Чепушил. Я тушил всю. У меня получается. Ладно, меня дело десятое, ребят. Ну вот такая история. Вот так мы сегодня бегу на работу, забежал, вот всех повидал. Это... Сейчас тебе сим-карту дам. Сегодня я звоню Сереге Крымскому насчет тебя. Валер, как ты не попадай. Я же тебе сказал. Теперь у тебя есть телефон, теперь я могу тебе позвонить. Да. Найти. А я номер не знаю. Я сейчас все дам тебе. А он наоборот. Машке скажи, что телефон лежит. Мне еще Машке надо... я уже сказал. Да подожди, дай сказать, ёб твою перекись. А мне надо узнать, где ее телефон. Если у Аслана, мы заберем его нахуй. И... Аслан был сегодня. Был. Да. Ну. Он, скорее всего, подойдет нам попозже. Ладно, уважаемые подписчики, подпишитесь на канал, ставьте лайки, комментарии. Все будет ништяк. Космос, я не знаю, что с ним делать. Пишите комментарии, что дальше. Как дальше. Вот сейчас я уже с ним, может быть, немножко грубо, но все же, как иначе. Опять сидит обоссанный, грязный, извозюкался весь. Вот завтра баня. Каждый раз я его не могу таскать к себе на хату. Вот. Баня 3 раза в неделю. Понедельник, среда, пятница. Можно ходить идеально чистым на улице. Но не хотят. Сами не хотят. Поэтому вот так. Всем здоровья. Всем огромнейшее спасибо, что поддерживаете. Благодарочка всем. Всего хорошего.